Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено самой дешевой экшн-камере из Китая стоимостью примерно плюс-минус $20. Испытал я данную экшн-камеру, теперь уже могу сказать свои выводы по поводу нее. И давайте же начнем! Поехали! Испытал я эту экшн-камеру, поснимал на нее, и качество, конечно же, у нее полное Г. Что еще можно ожидать вот от такого объектива, на первый взгляд, который 0,3 мегапикселя, хоть заявленный HD, но качество просто ужасное. В конце видео я вставлю видео, пример, и вы увидите, что качество очень плохое. Также на распаковке я сказал, что ее, возможно, можно использовать как веб-камеру. Да, ее можно использовать как веб-камеру, но качество, опять-таки, ну, очень плохое. Наверное, самые дешевые веб-камеры из Китая, которые стоят там очень дешево, рублей там 300-400, будут выводить такую же картинку. Вот минус к качеству, это очень сильный минус, конечно же. Ну что, плюс, это, конечно же, вот такой вот комплект поставки. Здесь много чего есть полезного, и, наверное, эта экшенка полезна будет людям, у которых есть SG4000. Почему? Потому что и Aquabox, и батарейка от этой камеры подходят к SG4000. Также огромное количество аксессуаров общей стоимостью, наверное, баксов 8, плюс кейс, который стоит опять-таки 8 баксов, и аккумулятор, который стоит баксов 5, это и выходит стоимость этой экшн-камеры. Если у вас есть SG4000, я вам советую ее к покупке, так как если все это дело будете собирать отдельно, выглядит та же стоимость, а тут все есть какая-то такая вот экшенка, которую вы, наверное, все равно не будете использовать. Если у вас есть другая экшн-камера, опять-таки, вы тоже можете купить данный комплект чисто из-за вот этого вот комплекта поставки, и вам выйдет вот эта вот камера буквально там в пару-тройку баксов всего лишь. А вот покупать ее отдельно, прям как экшн-камеру, то есть как камеру, на которой вы будете снимать, я вам не советую, так как качество ужасное. Пример увидите в конце. Вот такой вот небольшой ролик про данную экшн-камеру. Много не хочу я про нее рассказывать, так как, ну, она ни о чем. Не покупайте, если вам нужна чистая экшенка. Если вам нужен комплект, то можете вполне себе посмотреть на данное устройство. Если вам понравился ролик, поставьте большой палец вверх. Такой он получился маленький, но, наверное, полезный для многих, потому что эта камера очень-очень популярна, и, наверное, ее покупает много людей. Думаю, что за эти деньги вы получите что-то прям очень крутое. А на сайте TomTop вы найдете много интересных экшн-камер, которые стоят чуть подороже. Ссылочка будет в описании. А эту экшн-камеру не покупайте. Всем спасибо. Всем пока.